Привет всем друзьям и подписчикам. Сегодня я вас ознакомлю с замечательным сайтом. Называется он Тайзер Паст. Вот. Это мой канал. Зайдете, посмотрите на мой канал. В общем, не буду я заходить, я долго вас мучить. Вот так заходим. Перейти в аккаунт. Переходим на аккаунт. Ну, будет регистрация. Зарегистрируйтесь. Вот, установите расширение себе вот такое. Что-то стрелочка мигает сегодня. Вот, и будет у вас вот такой сайтик. Зайдете на него. Вот я 2-3 дня, 35 рублей 89 копеек заработал. Здесь выходит рамочка, вот здесь в левом углу. Выходит, раз зеленка загорелась, там 2-3 копейки, 1,5-1 копейка. Раз можете нажать на крестик, или она сама уйдет. И вот здесь выходит в середине рекламка тоже. Тоже нажимаете просмотреть, вот здесь у вас таймер отсчитывает, отсчитал, раз убрали. И зачислились денежки. И сейчас какая фишечка здесь, заданий, очень много заданий. Вот, видите, написано 50 заданий, это просмотр YouTube по 15 секунд. Но бывает побольше секунды там. Вот. Вот эти вот тизеры. Поп-поп. Ютуб. Вот эти рекламки, которые в селедочке. В общем, здесь можно заказывать рекламы. Здесь очень хорошо идет просмотр. Потому что рекламы, они сами вылезают. И здесь вот в уголке, я говорил, и в середине. Воле-поневоле в уголке, если красиво оформлено. Ну, я часто захожу посмотреть, что за сайт. Интересно он или нет. Вот, задание здесь. Зайдете на задание, очень много. Так что, вот, реклама, заказать рекламу, нажмете рекламу. Ну вот, добавить компанию, начать зарабатывать здесь. Почитайте, посмотрите. Вот, переведите средства на рекламу, пополните баланс рекламного счета, добавьте рекламную кампанию. Ну вот, пополните баланс. Вот он зелененьким. Ну и можете добавить рекламу, нажмете добавить рекламу. Вот здесь тизерная, поп-поп реклама, YouTube просмотры. Можете. Здесь очень хорошо расходятся рекламы. Если у вас интересный сайт, то рефералов можно набрать быстро. Здесь вот я рефералов не набирал, но зарабатываю я очень на нем давно. Уже сайт проверенный, давно платит. Вот здесь есть пополнить, есть вывести. Вы вот здесь можете, вот, можете на рекламный счет перевести. Также YouMoney, Payeer и WebMoney. МЗ, добавим МЗ. Минимум, видите, 0,2. Всего 2 центика можно выводить. Ну, здесь от 10 рублей, здесь от рубля. Рекламный счет от рубля. Ну, 10 рублей, если на Юмане быстро переводится. И вот, выберите способ оплаты здесь. Заполните. И какая сумма. Ну, сначала нажмете, вот, допустим, Payeer. Раз, у меня Payeer уже все перевести и переводит прям моментально. Я сейчас не буду пока переводить. Прям все на автомате, считанные секунды. Вот, и на заработок зайдете, установить расширение. Можете здесь вот вверху, а можете вот, допустим, если у вас Chrome, Яндекс, Fox, Opera, вот. Opera пока нету, наверное, да, установить. Ну, в принципе, я вот на Яндексе, браузере всегда работаю. Задание, знаете, как здесь YouTube? Щелкните. Пройдете вот так быстренько и хорошо. Надо было звук убрать, уж громкий. Звук, ну ладно. Вот, видите, 0,021. 2 копейки вы заработали. Ну и также назад переходите. И вот так щелкать, щелкать. Вот я, поверьте мне, я на них очень мало. Вот у меня как 50 стоит, так стоит 50. Ну, чтоб 50, вот 49, 48, 47. Еще будете здесь хлопать, пока 50 начнет. Это заданий 100, наверное. Я лично не считал, но много очень. 108 заданий. И они постоянно пополняются, вот 50. Я их практически не смотрю. Вот иногда зайду, 2, 3, 5 посмотрю. Ну, от силы десяток. А так вот у меня набегают денежки за счет реклам. Вот пока сижу целый день в интернете, выходят эти рекламки. Я их
Сейчас я уберу эту рекламу. Это совсем другая реклама. Тоже ознакомлюсь с этим сайтом. Очень тоже хороший по заработку. Только там не рубли, а центы зарабатываете. Тоже может там, чем больше зарабатываешь, и у вас там и рейтинг растет, и чем больше находитесь, тем больше получаете. Ну вот, рефералы вы здесь зайдете, реферальная ссылочка ваша будет для привлечения рекламодателей, привлечения пользователей. Ну, без разницы, на какую рекламируете, придут количество. Вот у меня один реферал всего. Вознаграждение от заработка 10%, от пополнения 5%. Вот 5 уровней и все по 10%. Вот у меня один заходил, 60 копеек заработал. Ну ладно, это не важно. В общем, я не приглашал. За счет рефералов тоже можно зарабатывать. По 10% неплохо, если будет у вас сотни рефералов, представь себе. И плюс реклама, это будет идти, будете еще больше зарабатывать в 2-3 раза. Ну, это помощь, новости, почитайте, настройки. Настройки, зайдете, настроите тогда. Вот она рекламка, видите, пошла. Я вот сейчас нажал, оп, видите, вот 14-15, все, пошел отсчет. Сейчас как отчитать, закрыл это окошко и все. Вот, сохрани здесь. Посмотрите. Вывод я вам сказал, все, рекламу сказал, пополнить сказал. Новости почитаете. Что-то, может, что-то интересное. Бывает, ознакомитесь. Вот, тут у меня одни рекламки ходят. Ну, в принципе, вот и все, что я вам хотел. Вот, видите, прошло. Я закрыл все. Дальше. И вот щелкай. Сейчас нет, вот иногда здесь рекламки одна за другой. Сначала тут, потом тут идут. Вот так. Если вышло, вам мешает вот отсюда. Она вышла вот посередке, просто щелкнула рядом, и она ушла, и вам не мешает. А хотите, включите ее, отсчитаете. И сами же переходите на другой сайт. Она сама считает. Не обязательно находиться на этом сайте. Просто время идет, и все, отчитала. Хоп, вам зачислила. Вот уже скоро 36 рублей. Еще пару рекламок, или вот два видачка посмотреть, и будет 36 рублей. Вот, в принципе, все. Ссылочка будет внизу. Ну и все. Всем пока-пока. Будем еще что-то находить новое. Будем показывать. Все, этот заработок, да, напомню, у вас тут никакого вложения нету. Ну, если рекламодателем хотите рекламу заказывать, я вам говорю, реклам здесь полно, потому что народу здесь много, просмотров здесь много. Хотите YouTube, вот можете по 2 копейки накрутить YouTube по 15 секунд. Можете больше заказать секунд, 50-60 секунд. Есть попадаются такие по 5, по 7 копеек. Раньше даже побольше попадалось, но было мало просмотров. А сейчас просмотров много. Только смотри и смотри. Они еще пополняются. Ну все, на этом я закончу. Пока-пока. До скорых встреч.